Половодье, разлив. Явление, к которому в нашем регионе относятся как к чему-то привычному. Для спасателей и жителей некоторых населенных пунктов, оказавшихся отрезанными от цивилизации, разлив предвещает проблемы, поэтому его скорее привыкли считать бедствием. Однако это довольно редкое, уникальное природное явление, свидетелями которого в современном мире удается стать далеко не всем. Бескрайняя водная гладь, крики чаек и плеск волн на ветру. Характерное описание приморского города каждой весной можно примерить к Рязани. Ока выходит из берегов, заливая близлежащие территории и создавая неповторимые пейзажи. Ока относится к крупным рекам. Ее бассейн достаточно велик. Общая его площадь составляет 245 тысяч квадратных километров. Это больше, чем площадь Белоруссии. И немного меньше, чем, к примеру, площадь Федеративной Республики Германии. Половодье в настоящее время можно считать довольно редким явлением. Люди держат под контролем и регулируют водоток практически всех крупных рек. Ока уникальна тем, что она одна из немногих в центральной части страны рек, где все процессы естественны. Вообще Ока относится к рекам с водным режимом, приближенным к естественным. То есть она, в отличие от Волги, скажем, не зарегулирована большим количеством плотин. На Волге, на Каме, вообще в корне изменяют водный режим данных рек. И вот эта малая зарегулированность, она приводит к тому, что у нас вот до сих пор еще на Оке сохранился более-менее естественный вот такой ход гидрографа. Столько внимания к большой весенней воде еще и потому, что привычные пейзажи средней полосы на несколько дней меняются неповторимо. Лучше остальных увидеть волшебство весенней Оки удается пилотам аэростатов. Вот уже более 10 лет легенды воздухоплавания пишут в фотографиях историю Рязанского моря. Такое имя закрепилось за половодьем с легкой подачи Льва Борисовича Маврина. На севере, на востоке и чуть-чуть на юго-западе нашего города это сплошное море воды. А соответственно, утренние мягкие красно-желтые краски солнца подсвечивают это все. Но получается просто фантастическая картина, которую словами описать невозможно. А вы видели, как планета Земля акварелью талой воды рисует весенние картины? Поэтичное название совместного проекта рязанских воздухоплавателей и фотографов метафорично и емко говорит о красоте удивительного явления, наблюдать которое посчастливилось жителям бассейна Оки. С упоением Лев Борисович говорит о 2018-м. Тогда высота половодья составила 6 метров 48 сантиметров. В тот год и получилось это уникальная фотография. К сожалению, такая вода в последние годы – редкость. За последние 10 лет вот у нас счеты участились. Мы сейчас как раз проводим большой анализ, с чем это связано. Участились вот такие вот годы с невыраженной весенней многоводной фазой. Вода поднимается, но не сильно. А может и вообще практически не подниматься, как это было в 2019 году, когда практически река никак не прореагировала на весеннее снеготаяние. Постепенно такие невысокие половодья становятся нормой. Ниже, по-моему, 3,5 метров от уреза они начали повторяться только с 1997 года. То есть, эти вот мягкие зимы, которые в 90-е были, значит, для нас весьма обычные, такая вот слякотные зимы, это есть проявление уже внутривековой климатической динамики. А, допустим, 70 или 80 лет назад такие вот поздние снегопады, они не были чем-то необычным. Каким будет половодье, зависит от совокупности множества факторов. Вычислить и спрогнозировать это можно. Несколько факторов, формирующих высоту половодья. Это, значит, снегозапас, который накопился у нас за зиму. Это состояние подстилающей поверхности, которая сформировалась на конец осени у нас. То есть, насколько земля была сухая и насколько быстро она промерзла. То есть величина промерзания тоже играет. Ну и самый главный фактор, который, это все-таки дружность половодья. То есть это насколько быстро снег растает и насколько активно это будет все дотекать в
Русловую сеть. В этом году пик половодья в районе Рязани наблюдался 15 апреля. Он составил 450 сантиметров от нуля графика гидрологического поста. Уже на следующий день, 16 апреля, уровень снизился на сантиметр, и с тех пор вода убывает. Поймать пик половодья сумели те, кто неустанно фиксирует самые красивые моменты в истории родного края. Я очень долго ждал, когда у нас все-таки наступит на нормальное хорошее половодье, чтобы мы могли запечатлеть, наверное, всю вот эту красоту, которую мы видим только с земли. Поэтому была задача снять это с воздуха, преподнести это, скажем так, таким образом, как не какое-то бедствие, да, как какую-то красоту, которая действительно для Рязани является уникальной, потому что такого больше я нигде еще пока не видел. Запустить беспилотник из корзины аэростата – задача не из простых. Для такой съемки требуется колоссальный опыт пилотирования. Мало того, что движется камера, в движении находится и воздушный шар, из которого оператор управляет съемкой. Ловить квадрокоптер приходится прямо на лету. Но то, что получилось у Олега, согласитесь, стоило риска. Помимо того, то, что здесь у нас красивые виды, то, что у нас была хорошая, хорошая вода, мы еще вдобавок ко всему смогли в половодье видеть много красивого света. И вот это, конечно, преобразило достаточно здорово, преобразило, я думаю, и Рязань в общем, и в целом, и какие-то отдельные участки, и какие-то отдельные населенные пункты, может быть, там, вот. Но, тем не менее, я постарался максимально, наверное, красочно все это показать, и показать именно с точки зрения положительной, да, то есть с точки зрения того, то, что это уникальная вещь, которую действительно, наверное, в ближайшем где-то в ЦФО мы больше не увидим. Последнее большое половодье отмечено в 2018 году. Уровень по Рязани составил тогда 486 сантиметров, что на 36 сантиметров выше, чем в нынешнем году. В не таком далеком 2013 уровень половодья составлял 619 сантиметров. О половодьях 90-х тоже остается вспоминать. Видео 1994 года из личного архива фиксировало бескрайнюю водную гладь в районе Шумыши. Максимум за последние 50 лет наблюдался в 1970 году, когда уровень поднялся до 7 метров 40 сантиметров. Такую воду вспомнят немногие. Нет, вот я хожу каждый день, хожу до реки, вода куда-то исчезла. Были разливы, которые до сюда доходили? Помню. Как давно это было и насколько сильные бывали? Это давно уже было. Ну, когда последний разлив? Не сейчас не вспомните? Лет 10, наверное. Я там вон живу. Прям в подвал подходил. Вот тут на лодках ездили. Я был маленький, были разливы даже на до торгового городка, весь торговый городок заливало. Мы там еще на плотах плавали. Был сильным и затапливало вот все до торгового городка? Да, было. Несколько лет назад. А в последние годы припомните такие сильные разливы? Нет, я думаю, в этом году точно не будет. Был очень большой разлив. Доходило до площади Свобода.
вся эта территория была под этим, под водичкой. Мы ездили на дачу. Да, да. 90-х годах. В районе Дубровичи дорога на Спасск была покрыта водичкой. И хотя половодье в нынешнем году считается не самым высоким, стихия превратила в острова некоторые населенные пункты, а известный ресторан на корабле у пристани в этом году и вовсе пошел на дно. В памяти Рязанское море 2021 останется таким. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Олег Буцкий. Телекомпания «Город».